Стартовавшая в июне акция «Народной газеты» подошла к финалу. Юные художники с помощью рисунков попытались выразить свое видение мира на Земле. В конкурсе приняли участие 60 детей из Ульяновской области, Мордовии и Беларуси. Вдохновленные ребята отправляли по 2, а то и по 3 рисунка. Так набралось более 100 работ. Детские послания потомкам в капсуле времени передали в фонд Ленинского мемориала. Они будут вскрыты только в 2045 году, в день столетия Великой Победы. Я думаю, что они с этой точки зрения представляют большую важность, потому что это то ощущение, как они ощущают сегодня окружающий мир, и через столько лет они будут представлять, конечно, огромный и исторический, и художественный интерес. Анна Константинова заняла почетное 3-е место. Девочка уже 4-й год занимается в детской школе искусств номер 6. На своем победном рисунке Анна изобразила новогодний праздник. Мне кажется, мир на Земле – это чтобы всегда было над головой голубое небо, птицы пели и всегда было светло. Я думаю, что эта работа подходит, потому что много радости, много веселья, много красивых улыбок. Спустя десятилетия ребята, вложившие в капсулу свое творчество, мечты и пожелания, вернутся в стены Ленинского мемориала уже со своими детьми, чтобы рассказать им о подвиге, который совершили их предки ради мира на земле, который они изобразили на своих полотнах. Юлия Дегтярева, Павел Макаров, Новости Ульяновской правды.